Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско отчитался в проделанной работе за прошлый год. На встречу с парламентарием, которая состоялась в Доме ветеранов, пришли члены Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья. В 2023 году Дмитрий Дениско провел 16 личных приемов. От жителей городского округа Люберцы в его адрес поступило около 300 обращений и вопросов. Более 200 удалось решить положительно. Также депутат Мособлдумы рассказал, какую помощь он со своими коллегами оказывает участникам специальной военной операции и членам их семей. Техническим наукам, и мы надеемся в результате вырастут. За каждым депутатом закреплены семьи наших мобилизованных ребят, которые служат. За мной закреплено 25 семей. С этими семьями мы поддерживаем отношения, мы решаем их вопросы, если они у них возникают. Бытовые, любые вопросы, они обращаются к депутату, и мы эти вопросы решаем. Мы занимаемся организацией гуманитарной помощи нашим бойцам. Вот в прошлом году и в этом году это направление идет очень активно. Также Дмитрий Дениско рассказал о новых мерах социальной поддержки, затронул темы здравоохранения, образования и обслуживания дорог. Участницы встречи, в свою очередь, задали депутату интересующие вопросы. Методы коммуникации и обращения, что по закону не положено.